еще разок шкаф. Локи шкаф. Кто-то заходит сейчас, да? Рыба справа для фанатов Бибопа. Да, сейчас Адека зайдет. Рыба слева для фанатов Войда. Идите все к Войду. Красавчики, давайте сюда. Лево это где сова? Да, да, да. Это мало ли право слева перепутаю? Блядь. Вэлмэджик, иди налево, тут фанаты Войда. Я создала раскол в гильдии. Что? Вода пушка тоже сделали, и в этой гильдии больше не существует. Надо линии ГМ-ку отдать, блядь. Что, поставили шкаф? Три лока, блядь. Локи, блядь, ГП, нахуй. Ставьте шкаф. Суманем АДК. Максимус Солфайр. Замаки. Ставьте шкаф. Ку-ку. Я вспомнил мультик Карлсона, блядь. Ку-ку. Васап, а ты завтра будешь? Да. Да? Угу. Сможешь собрать РС 20.00 или в 19? О, давайте на 19 поставить. Сегодня прикол есть. Хотите, расскажу? Давай. Короче, пришли мы, приехали в другую часть города. Короче, час ехали грилить. Ну, типа шашлыки. Приезжаем, короче, разбираем эту гриль нашу. А пацан решетку забыл. Ну, думаем, что делать? Обратно ехать туда, обратно, это еще 2 часа времени. Ну, смотрим, там рядом мужик тоже грилит, только на шампурах, а, ну, гриль такая же, типа, как у нас. Ну, подходим и объясняем так и так, типа, не отложите решетку пока, типа, приготовить забыли. Но он окей, отдает, полчаса проходит, подбегает мало его, типа, говорит, типа, ну, нужна обратная решетка. У нас еще мясо не готово, такое, ну, ладно, снимаем, что. Снимаем, приносим ему. Он спрашивает, а что вы там готовили? Мы говорим, свинину. Он, а, ну, тогда оставляйте себе ее. А, он тараб был. Не повезло, чуваку. Говорит, мне она не нужна больше. Короче, отмутили у араба, блядь, решетку. Да. Не, главное, так спокойно такое, а что вы готовили на нем? Блин, свинину. А, ну тогда забирайте, мне она не нужна больше. Нормально. Неплохо. Классная история. Завтра посмеюсь. Че завтра? У меня сейчас горло сильно болит. О, бедняжка. Так, все готовы. Пошли агрить. Soulfire, да, СС на. И без колебаний откликнулись на него. Джест, на джеста кидай СС, Soulfire. У замаки СС на дуду типку. Максимус не пришел, никому не кидает. Акма, ты начинаешь танчить босса. На 3 стаках Таргариен забираешь. Потом утроп забирает. Утроп лево червя, Акма право. Акма получаешь дебаф, Таргариен агришь на себя червя. Акма разряжает дебаф в рейде. В багровом круге ты напрасно тратишь наше время, паладин. Давайте рост. На дистанцию наберите 12 метров, лужи сейчас пойдут. Убегайте от лужи. Акма, прожимай сейчас кровоотвод. Кровь вампира, кровоотвод. На 3 стаке незыблемость. Прожимай.
Так, Таргариен может забирать босса. Прожимай кровотвод, кровь вампира. Незыблемость теперь. Все, утроп забирай. Так, РДД в звезду, хилы сзади звезды. По команде Димнат хил будем давать. Заливаем червей. Ой, в сноубордах. Играем в правого червя сейчас. Таргариен, когда ты стаунтишь босса, таунти только в одной точке с Агма, ты понял? Да. Убирайте все в чешую. Хилы встаньте сзади звезды. Сзади кружка. Сейчас блеванет. Давай. Делараж, давай гибнет от хил. Таргариен, пройдешь. Ой, Агма, пройдешь в мили-зоне. Таргариен, отведи дальше. Три шага назад сделай. В РДД зону заводи. Агма, иди в РДД зону. Так, все, добили. Слушайте, тут есть куда сделать, походу. Давайте посмотрим. Утро, береги сакру сейчас. Уже сейчас будет мелики. Не-не, не под морду, не беги, не под морду. Сейчас блеванет. Сейчас будет блевать. Отбегайте от морды. Так, утроп по команде дашь сакру. Босса танчить не в центре. Просто резист поставьте. Отверни босса к воротам, пожалуйста. Три шага назад сделай. Все, вот так и остановись. Если босс обе... Сакру давай. Нету сакры, плохо. Дженнифер, давай, на спринтах убегай. Быстрей, убегай. Он не убежит. Прожмись, Акма, прожмись, незыблемость. Ханта нету. Чё ты не убежал? Кто там не убегал? Сакра была, понял. Поставьте мастера у кого-то есть еще мастер ауру без КД. Да. Утро, убери ауру на деф, лентенель, поставь ауру на деф, сейчас дашь мастер ауру, когда сокрушение будет, скажу. Давайте только быстрее это делайте. Мастер ауру, давай, мастер ауру, юзай быстрее. Да. Лентенель бабл прожми. Отбегайте все от лентенеля. Прожимайся, танк. Прожмись. Акма захильте, прожмись. Сакра откатилась. Ты что-то невнятное сказал, что-то демона какого-то призывал, что ли? Протопал у кого-то есть? Три, четвертый танк есть у кого-то? Или мы не хотим ДБ? Да, смотри сколько сов, тут вихрями поконтролится, никто не сдохнет, блядь. Не, ну я понял. Да вихрь скидывает тегро. Ну, это такое. Да и похуй. Ладно, запускаю. Мечтать. Анти встань в звездочку.
Стой здесь, Зандалари. Стой здесь, Дадутипка. Стой здесь. Если кого-то не достаешь, просто подбеги на время. Джест, стой возле звездочки вот тут. РДД, разбегитесь на рейндж. Елараш, Шамнан, воруем стаки. Милики. Пускай лучше тотемпо воруют стаки. Ну все воруют стаки. Милики, станьте слева, справа. Мелизону считаю в первую очередь и магов. Когда появится вулкан, ты даешь сакру, когда рейд проседает, ты видишь. И дается гимн от хил. Мы заливаем трэш. Тут как повезет, если будет цепуха со стаками, кто-то умрет. Маги, не переключайтесь во врата, будете диспелить магию в стаке на боссе. Сейчас будут стаки. Кто он бегает? Во врата сыграли. Воруйте стаки. Череп хилим. Ментаниэль, Бабл, выйди с рейда. Пиздата, ты вышла. Бабл на КД. Отведи босса, отведи. Видишь, там лужа. А ты не можешь раньше выходить? Бабл на КД, говорит. Заливайте в госпожу боль. Она сбивает косты хилам РДДшникам быстрее. Максимус побежал. Где ты там лазишь? Крест захильте. Не убегай только от хилов. Череп захиливаем. Сейчас будут вулканы. Переключились в вулкан. Отбежали от вулкана. От вулкана отошли все. Все вулкан точечно. Давай сакру. Елараш гимн отхил. Дуди погиб на отхил. Череп хилим. Лизалин тем побежал. Я уже сам захиливаю. Все в этот мелкий трэш. Диспелим магию. Череп хилим. Дистанцию набрали. Меня захиливайте. Повезло сейчас. Дистанцию набрали. Череп хилим. Череп хилим. Так, два босса пройдено. Тотем убрали. Убрали тотемы. Новый противник. Подлые собаки Альянса. Вы. Демонов на воинов Орды. Трофей ролим. Будет быстро. Альянсу не нужна помощь повелителя демонов, чтобы справиться с ордынским отрядом. Успокойтесь. Никакого заговора здесь нет. Куи станки. Турнир продолжается. В следующем бою авангарда. Лишь победитель, вы заслужите достойную награду. Кто может на этого босса зайти на танков? Если вы хотите ДБ сделать. Здесь надо 6 танков. Если я перезайду, мне дастся ДБ? Да. Но тебя нет, ты не перезаходи. Ладно. Так. Так, сражайтесь с честью. Зиппер танк есть.
герои, во имя вашего короля! Зайди, пожалуйста, на чемпах на танка, поставьте шкаф. Сарду! Будем бить рогу. У нас два рога будет, у нас единственный. Шанан, ты можешь зайти на танк, или у тебя нет уже? Могу. Зиппер, заходи на танка. Да к кому зайти? Ему всем ли мне? Заходите, я к кому сказал. Значит так, будем бить рогу. На отдельно на локе будет сидеть Лизни Тотем. Твоя задача сбивать Кастна и его бить. Мы будем бить звезду. Теперь. Утроп, контролишь ханта. Вот звездочка. Вот кружочек. Просто запомни цель. Акма, контролишь Вара. Таргарин, контролишь Паладина, Ретрика. Вот кружок. А мне за кого танка зайти? За БДК. Так, остается у нас ДК. Три хила и маг. Уничтожатор. Будешь контролить Ретрика. Ой, ДК. ДК будешь контролить. Нечто. Ботанчик будешь контролить мага. Все запомнили свою цель? Утроп, да? Фурика контролит Акма. Таргарин контролит Паладина Ретрика. Уничтожатор контролит ДК. Протанчик контролит мага. Мы будем сливать сразу звезду. Моровинд, ты переключи власть, да, будешь контролить звездочку, пока не убьем, потом переключишь обратно на кровь. Потом будем сливать лока, кружок. На кружке сам с пула сидит Лизни Тотем. Сбивает каст. Теперь. Кресты, магии, лемы. Мы бьем моба, вы с него диспелите магию. И так с каждым боссом. Дальше. Шаманы. Поставьте тотем на силу очищения. Ой, просто на очищение, тотем трепета. Так, маги. У вас есть спек во фрост? Пусть доспех просто включит. Ну, спек, если сторожила во фроста. Зрел прида, мэджик. Просто щит включи. И вот вы втроем, короче, не воруйте Геру, потому что Гера, походу, она агро добавляет вам. Это что-то замечал, или это просто совпадение было. Поменяли сейчас доспехи. В общем, тактика такая. Сначала идут танки вперед, разобрали мобов, потом уже бьем только звездочку. Дудутип, КамАЗ, диспел по рейду. Все, давайте, раздали бафы все. Тут главное просто контроль. Если видите, что вас кто-то бьет, отбегайте сразу. Только ледяной доспех включить, а не морозный. Или, ну, который сильнее больше дает. Морозный. Ледяной доспех включи, Цирил Прида. Чек на пол, все играем в звездочку. Звезда может просто сходу тпшнуться в мага и ваншотать. Ничего не зависит, это вообще тупо. Хоть ты стой на рендже или нет. Все, танки погнали. Рейд стоим, ждем. Так, играем в звездочку. Фулл стан по звезде. Щит с диспел. Очищение. Блин. Со звезды. Очищение со звезды.
Очищение со звезды. Где там она ходит? Лихота висит. Морин, прожми незыблемость. Каст кружку. Таун, прожми хватку темной власти. Хильт еще Морвинда пробивает жестко. Каст кружку. Снять сходы со звезды. Ферните мобов возле звезды. Шаман возле звезды стоит хилить. Я не могу хильнуть, я этот друид. Так, добили звезду. Бьем кружок. Ход из кружочка, кресты. Изни тотем. Прикольно. Как хили... Как саму мог убить хила нашего? Что это за клоуны? Его ДЦ убил моноберном. Зандалари, земной шок саму. Пиздата. Ну, блин, бейте, короче, вот звезду бейте, похуй уже. Ну, это не очень, короче. Давайте кружок. Ну там добейте звезду. Ну вот и диспейте. Ё-моё, Елараш. Лесни тотем. Два мага. Они в отражении не диспелятся, Олег. Плохо. Дизарм бы дали. Дизарм. Это было бы круче. Это пиши. Да, на Локи чё, тоже было отражение. Дальше кружок давайте. Кружок. Это Олег кикнем его, ДК, я на шумане сейчас сижу. Слушайте, есть детали смерти по Зандаларе? Ну, не кони, если можешь сейчас. Мне интересно. Ну, просто это обидная смерть такого века. Первый раз вижу. Не, ну второй раз его хант убил. Так. Первый. Саму. Ну его саму, смотрю. Там сожжение маны 12 тысяч. Еще сколько. Это в долю секунды прилетело. Короче, надо так добить этого. Хилов, что ли, после роди. Да.
После сегодняшнего... Кто еще, кроме короля Лича, выиграл подобной глупости? Пали великие... И ради чего? Истинная... Трофей. Впереди. Нас ждет битва с королем Личом. Передай дизонер, я не увидел. Давайте, уберите тотемы. Хинь мне трейд. Да, в ДК можешь спекаться. Там... Завтра приходим 19.00 будет ТРС-25 ГЕР. После него в 21.30 или 22.00 СВК. Кто из танков будет завтра в 19.00? Сейчас у нас не будет. Ваня может. Ну, Ваня есть танк. Ваня в последнее время так рано не приходит. Вой танча. А кто три раза? Да, типа ломал. Ты два раза танчил, да? Не одно. А кто еще тогда танчил? Войт, да? Да не Геру, по-моему, нет? А, да. А кто он еще? Поклонский, может? Поклонский... Не, про двоих. Поклонский на двоих может потанчить. Ваня... Кто еще? За протопала Джерри он может. Или за БДК. Наверное, все. Карин, сверху тыкни. Карин. Зрел Прида готов? Все готовы. На вас темный дебаф. Ловим только темные сферы. Танки пуляйте. Прожимайтесь там. Так, мы прожимаем удар смерти, когда на тебе будет дебаф крови вампира, кровоотвод. Вот здесь сейчас мы получаем урон 20%. Сейчас будет баф. Бля, 90 не хватило. Первый раз вижу такой скрипт. Блин, если бы на чемпах никто не умер. Thank you.
Ты все еще сомневаешься в могуществе Орды, паладин? Мы примем любой вызов! Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои Сергея. Нанесем удар по цитадели ледяной короны и разнесем в клочья плети. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти. Будет такое испытание. Артас, нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь, и я... Нерубианцы империю под льдами. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Раньше можно было Лича бить. Павших чемпионов будут принадлежать мне, Форде. Как? Сука! Как я умерла? А прикинь бы, шаман не упал. Так это ж вроде не важно между боссами. Спасибо, ребята, за то, что резнули меня КД. Будет у тебя. Ты есть в чате? Нет. Паладина, дайте по себе бафы, пожалуйста. А кто есть в чате? Я. Вон. Ты напиши букву Х и лараж букву У. Напишите в чате. Что-то я не хочу бан получить. За это не дают бан. Чек на пол. Да, кстати, символ с память. Все 25 человек. Сообщение раз в сколько? 3 секунды, и нас никто не забанит. По правилам. Патина, дайте, пожалуйста, по себе каску и кулак. Лапу пристабав еще дайте, пожалуйста. Вот смотри, напишите любые цифры в чате. Мэджик, ты готов? Подходи быстрее. КМ гильдии Dark Stars неадекват. Блять, DDoS атака. Вот он и блядь, да. Что пиздец? Мэджик. Без него Таргариен, спеки с танка, надо здесь потанчить трэш. Надо кто вам? Вы на ком? Кто там? Вот этот чувак, кто ты? Перестань говорить, тебя не, вообще не слышно, ты просто фон создаешь. Давайте просто какую-то одинаковую фразу все 25 человек напишут и одновременно нажмут Enter. Таргариен спекнулся. Подожди, секундочку. Давайте напишем котики. Какие котики? Давай лучше. Давайте напишем Void Top. Напишите. Подавайте, давайте. Я написал. Ну, блядь, ты скажи, когда Enter нажать, зачем так по одному? Нажимай Enter. Ну, блядь, я буду один. Нормально, все, можно начинать танки гулять. Только подводите сейчас трэш под босса. Там, короче, сервер умирает, даже в чате никто не пишет уже. Давайте в трэш играйте.
Подводите трэш под босса. Все, играем в трэш. Ну, а тогда медведь можно закинуть ЧС. Они сейчас тоже флешмоб устроят. Мы бежали от этих шипов. Слушай, Олег, давай выделять из ГБ Гоута ДК на то, чтобы они каждый раз спек перебивали. Чего? Давай выделять Гоута ДК, чтобы они каждый раз спек в ЦУК перебивали. Не, они должны с этим спеком ходить в рейд. Как же ДПС? ДПС не теряется. Стали под босса. Последний трэш. Масроги намазали я от Масханта. Да, кстати, хорошее уточнение. Не забыл. Давайте в трэш. Зандалари хиль танков. И все, больше никого не хиль. Давайте босса играем. Хорош, похилили. Джест, кидай ход и сразу на людей с дебафами на танках. Танк. Фай! Хилы, как дела? Давай сакру утру. Подымай тебе, войд подымешь, Антониэль. Подымай анти сразу. Анти. Чешки. Анти. Давайте гимн отхил. Велораж гимн отхил, пой. Беда. Джесс, подними лизни тотем. А, косты надо сбить. Пойду сбивать. О, сбил. Почти. Да, что-то хилы вообще как-то не тащат. Тут можно в одного эрдру и двух слабых шаманчиков похилить все самому. Олег, дай этот по... Джесс покровительством хилит. Все. Джесс, ты не знаешь, как играть, наверное, за этого перса. А у него, наверное, не вкачано ничего там. Ну понятно, чё рейд проседал. А блин, почему Крейдис это на первом месте, блядь? Это чё за хуйня? Джесс, ты слышишь? Отдай лизни тотем топор. Ты в РК? Мирный дух один из пяти. Как это возможно? Хоть магом умеет играть. Это Суслятинка, что ли? Угу. Лол. Надо объяснить, за как за эрдру делать. Трофей. Кузнечное дело 450.
Джест, ты тут? Честно, 450. Передай топорик Лизнитотем и... Да, уже. Ты не знаешь, как хилить этим... друидом? А омоложение и буйный рост по КД? До покровительства не надо юзать. Ну, надо, но, блядь, не на первом месте, не хуярить его не спами. На вот этой, на последней фазе омоложение закидываешь. Если мало ХП у цели, то можно буйный рост кинуть. Но не покрытийство не башни. Что, будет еще что-нибудь? Да, ивент называется «Пиздуй спать». Нормально. Пошлите в 10 гек. Защитник, да, можно, кинь не трейд. 10 гек что и? Целка. Ну, как вариант, можно, да, сходить. Я бы сходила, но я спать. Слабак. Ивент выполняешь. И вещи, покоритель. Вы, слабаки, вы не можете ложиться вовремя. Я пока что выспался. Завоеватель. До 3 часов ночи любой дурак может играть, это высыпайся каждый день. Надо короче. Марвин, тебе что надо? Плащ? Да, мне плащик, если можно. Ну а что еще тебе там надо было? Просто я позабирал все себе. Замаки, ты уже долоране каком-то. Я уже не передам тебе. Тонте кели кели континтон. Дизайнер, ты писал что ли лично про топала? Ну вот, значит, Морвинд выиграл. Так, давайте сейчас накину ЕП.